Всем привет. Да, в свой. Сейчас подождем немножечко, народ придет к нам сюда поближе. О, Фаб тоже привет. Привет всем. Очень приятно вас читать. Дорогие, сегодня выходили и Аринка с Коровной, и Клоковы тоже. Вот, сейчас Клоковы... Что? И я сюда же, да, как обещала, что мы тоже сегодня выйдем. Ростов тоже привет. Выгляжу я не очень хорошо. Болею очень сильно, уже никак не могу выздороветь. Уже третью неделю после тайских каникул. Диагноз у меня пневмония. Так что сижу дома и восстанавливаюсь. Вот. Ну, говорят, что уже гораздо лучше, чем было. Можно ли похудеть, если пить протеин после тренировки? А почему нет? Конечно, смотря как у вас нагрузка, что вы еще употребляете, как вы питаетесь. Конечно, можете. И сколько вы делаете кардио. Дима, спасибо, да, буду обязательно поправляться. Честно, уже устала. Дима, ты меня перебиваешь все время. Даже расстояние перебиваешь. Привет, привет, всем привет. Не болей. Очень-очень хочу не болеть уже, честно, потому что надо уже и о переезде думать, и надо уже и обо всем, что только можно, но все же. Так, привет, как Ишанькин? К МСу готовится. Готовится, ребят. Димон сегодня тренировался и каждый день тренируется. То, что ему говорит Димка Клоков, он старается, все выполняет. Но сегодня, честно могу сказать, он написал сообщение, говорит, я дрыщ, я ноль. Я встала, говорит, ногами в стойку и не могу ни разу отжаться. Два раза отжался, но, говорит, очень-очень тяжело было. Так что буду его тренировать. Смотрите, завтра он выставит это в своем видео где-нибудь. Какими упражнениями убрать живот? Ребят, убрать живот – это упражнение на пресс. Упражнения на пресс, пресс, пресс и пресс. Качайте, качайте, качайте. И не слушайте, кто говорит, что пресс надо качать один раз в неделю на кухне. Тренируйте пресс, как я всем даю упражнения, и сама тоже делаю, что и тут же и Сашка Поветкин очень сильно похудел, и очень многие ребята и девушки постоянно тренировать пресс, постоянно, каждый день, не переставайте. Как дела у детей? Детки ничего, но, наверное, от меня тоже заразили. Сначала младший переболел 1,5 недели, сейчас старший болеет. Но такой вот в довольно-таки очень легкой форме. Дай бог, чтобы все было хорошо. Вот. Помогает вакуум для осины талии. Ну, а почему нет? Делать упражнения, они очень полезны. Очень полезны. Немножко выгляжу, я выгляжу немножко моложе своих лет. Да, наверное, просто спортивная гимнастика и профессиональный спорт. Что ты сказал? Заспиртованная. Это вот Димон говорит, заспиртованная я. Да, профессиональные тренировки для меня давали такой вот, наверное, стопор в своем организме, в развитии именно, да, и я такая поздняя девушка совсем. Сколько минут уделять на пресс? Ну, как сказать, по минутам, да? Мне кажется, что надо, должно быть количество подходов обязательно. Я говорю, что в день не меньше 300 повторений. Это верхний, средний, нижний. На косые я считаю, что не нужно делать часто упражнений. Не надо делать визуально свою талию шире. Ребят, почему прищуриваюсь, плохо вижу, честно. Сейчас с болезнью почему-то что-то мне на зрение не очень хорошо. Вы делаете приседания со штангой? Ребят, со штангой для меня это, наверное, сейчас не актуально. А так вообще приседания делала в машине Смита, да, с небольшим весом. Но у меня большие травмы, есть позвоночник и сломанный копчик два раза. Вот, так что делаю это, конечно, тоже приседания. Медленные повторения. Да, медленные повторения чередовать с быстрыми. Ну, не знаю, мне кажется, более медленно, надо чередовать. Делайте конкретно одну тренировку, делайте медленные повторения, вторую тренировку делайте быстрое повторение. Не надо чередовать. Слушай, какая-то вообще страшненькая.
Потрепанная какая-то никакая. Температура есть, температура была на протяжении 2 недель 37,5, начиная от 40 до уходил до 37,5, сейчас 37,2 держится и, блин, зараза никуда не уходит, честно. Спасибо, спасибо за поддержку. Сейчас Димон тут доделает свои дела, и он тоже присоединится к нам. Ко мне. Какая любимая музыкальная группа? Ребят, у меня нет музыкальной группы любимой, у меня нету... Ласковый май. Нет, нету определенно, Ласковый. потому что очень много новшества, которые вот понравилось, Да. услышала, все, супер, замечательно, 2 недели слушаю, потом надоело, Потом опять переключаемся ласковый на май. другой. Потом опять «Ласковый май», «Крематорий», «Воскресенье» и «Цой». Вот. Ой, ой, ой. Ой-ой, да. А еще радио. Слабое. Ты какое радио слушаешь? Я радио не слушаю. Я сейчас в машине уже месяц не езжу вообще совершенно. Ригерт, ой, да, Ригерт лучшая музыка, да. Кстати, Ригерт вообще потрясающий человек, вообще, как я сказала, человек-оркестр, и хороший тренер, и замечательный, позитивный человек, и при этом он творческий очень, и сочинил эту песню, когда они с Димоном вместе ехали в автобусе на тренировку. Это прям моментально у него так все это... Талантливый, он очень талантливый, и я наблюдаю за его тренировками, как он помогает деткам, как он тренирует всех остальных. Молодец, прям вот парень молодец, большой буквы. Какие упражнения на руки делаете с девушками? Упражнения на бицепс мы делаем, упражнения на трицепс, также мы делаем на дельту, да, упражнения. Ну, все упражнения, которые есть, тоже и для девушек, что для мужчин, тоже для девушек, тоже все мы это делаем, употребляем. Откуда у Димы третий ребенок? Подождите, не откуда у Димы третий ребенок? Вообще-то у Димы первый ребенок был. У Димы со мной это второй брак. Первый он был молодым пацаном, 17 лет, и вот так получилось. И замечательная дочка Наталья, которая уже очень-очень взрослая, очень красивая и очень талантливая. Она очень хорошо рисует. Она, вот, вы знаете, очень милая и скромная девушка. Вот. Одесса передает вам привет. Привет, Одесса. Моя любимая Одесса. Я так соскучилась, честно, по Одессе. Марина, спасибо большое. Спасибо. Когда следующий выпуск про питание? Ребята, я вот встану на ноги, и я хочу на следующей неделе, на выходных, сделать Сашу Шпака и Спаса Кукоцкого. Как вы на это смотрите? Я думаю, что можно... Не то, что они не в одной передаче, конечно же, будут, но в один день мы соединим и сделаем две передачи. Хотя передача это что, дядь, чемпионы? Но, наверное, кто-то в чем-то, наверное, из них тоже чемпионы. Вот, наверное, мы об этом и узнаем. Шпака ждем. Отлично. Хорошо. Спасибо. Да. Ничего, Димон в молодости дал-дал. Ну, Димон у нас и не только в молодости дал-дал, он вообще всегда у нас дал-дал. Я вообще был членом суда. Он был членом какого-то этого суда. Я только суда. Суда, да. Молодость, молодость. Собирает ли Шпак убирать импланты? Из ягодичного отдела, я думаю, Не нет. вздумай, Саня! Я думаю, нет, а зачем, ребят? Саня, не надо! Я думаю, ему это нравится, и почему... Не только ему! Ну, вы слышали ответ, да, на свой вопрос Димон жжет. Ребят, Димон не пьет, нет. Он просто отвечает там тоже и делает свою работу. Оксана, ваша спортивная тусовка мотивирует всех. Спасибо большое. Да, у нас спортивная тусовка. И самое главное, мне очень нравится, потому что в нашем доме собираются очень многие люди, спортсмены. И мы все общаемся здесь, кушаем вкусную еду, мотивируем, придумываем новые проекты, новые какие-то дела. И я думаю, что впереди мы уже сколько... Да, скажу, да, сколько мы уже решили сделать один проект, который Не будет говори. летом. Я думаю, что будет потрясающим. Почему Ишанькин в последнее время стал таким веселым? Ишанькин, почему ты в последнее время стал таким веселым? Я всегда был веселым.
Ну, честно, он был всегда веселым, только он не проявлял эти свои эмоции, потому что как-то много работы, много еще что-то. Сейчас он на тайских каникулах, он действительно находился в компании своих друзей, любимой женщины, да, и все мы были на позитиве, и каждый день А я не падал головой? приятные разговоры. Головой нет, ты не падал ни разу. Так что, ну, вот такой вот он. Прикольный он. Он играет на камеру. Почему Ишанги так схуднул? Почему Ишанги так схуднул? Хочу сказать, что Блин, я... я набрал! Прямо охуели, я набрал! Хватит ругаться матом! Это мой перископ! Че, слышно? Конечно! Я не могу, у меня когда ругается матом, у меня прям это... У Глокова это звучит как-то весело и хорошо, а этот ругается, мне прям очень тяжело. Мне очень нравится, когда Дима выглядит так, как он выглядит сейчас. Когда он Зайка, смотри. готовился к бодибилдингу, это было что-то нечто. Это не человек, а какое-то мясо. Посмотрите на него. Нет, 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 нет. Попозировал Нет. сейчас только что. Это я для тебя только. Да, хорошо, спасибо. Ну, скажи всем здрасте. Ой, у меня Здрасте. красные сердечки есть. Клоков сегодня говорил, у него какие-то там розовые постоянно идут, а у меня одни красные, зеленые. На руки был похож, потому что серый костюм в потной и в шапке. Вопрос, почему ты носишь шапку? Потому что длинные волосы и мешают ему во время тренировки. Но, Здрасте. а так... Вечно лезет, а не лезит. Так, хватит умничать тут тоже. Зимон с черными волосами на жопе был лучше. Ужас какой. Слушай, мне кажется, надо Дома. давать какие-то полезные информации. Ребят, скажите, вот очень многие Полезная информация, в отключают. смысле, полезла когда? Вот, Дима, вот. Информация, которая полезла. У меня, наверное, все-таки не успею Шапка это на голове говорить. сжигает жир, волосы становятся сухими. Как уменьшить жиры? Ребят, поменьше ешьте и Икры, побольше... А, икры, я тут... читай. Уменьшить икры? Крутите велосипед, бегайте. Я думала, жиры все же. Я говорю, мне что-то со зрением стало вообще. Миф. А что Может, я такое миф? умираю, Это о чем миф? Ставьте лайки, чтобы Ксюха жила долго и счастливо. Ставьте лайки. Что-то Ставьте правда... лайки. Ставьте Не лайки, нагленьте. Да, пожалуйста. перестань. А еду стоит запивать. Ты поешь? Пела. Пела. Вообще геолокация, ваше место жительства. Почему не в Москве, а за городом? Морковка. Ну, честно, мы вообще практически в Морковка Москве для живем. Это зрения. 1 километр от МКАД. Вообще прям рядышком, А что, у рядышком. нас включена геолокация? Я, по-моему, не включала ее. Не знаю, где мы сейчас с тобой. Как тут лайки ставить? Жми. А просто на экран. Нажимай пальчиком и А все. почему у тебя ник Оксана? Оксана? А у меня Оксана ник? Геолокация есть. Ну, значит, Оксана. По паспорту я Оксана, а по Надо ник православному я включить. Ксюня. Ксюня. Ксения. И для меня вот важно то, что меня называют Ксюша, потому что когда мне говорят Оксана, у меня в детстве было, когда мама очень сильно злилась на меня, она всегда Прикольно. говорила, Оксана, нельзя так это делать. И мне кажется, что Оксана это какое-то такое не очень, очень резко, дерзко для меня. Что ты прочитал там? Смешно. Да. Смешные Ой, что-то там комментарии. с бодиком было, я не успела Ну и прочитать. хорошо. Ксюша, вы лучше. Я не И лучше, я лайки, такая и же, как и лайки, и все. лайки сразу, разноцветные. Спортсменочка Да. Ксюша, у вас сестра? Незамужняя есть? Можно Нет, у меня одна развести, старшая сестра. развести вы. Она старше меня на 3 года, она замужем уже, взрослые дети. Так что нет, незамужних нет. Бадюк мастер спорта по спорту. Нет, ребят, ну, Серега Бадюк, он молодец. Он тренируется, он показывает, что надо заниматься спортом, делать свое здоровье, именно делать свое здоровье, потому что лениться нельзя. Да, садись рядом со мной, зайчик. Нет, я пойду Ну, поработаю. побудь со мной Ну, у тебя и чуть-чуть. так хорошо там. Ну, Зоя, ну, У тебя там пожалуйста. идиллия. Ну, Мать, ну, давай. Идиллия. Ну, иди я тогда отсюда. Вот видите, как только говоришь «иди отсюда», сразу садится Я рядом. как ребенок. Мы смотрим Гарри Поттер по ТВ3? Или это реклама? Не понимаю, что там с Димой, какой, что там. Ой, я не успеваю. Бадюк равен Невскому. Ну... Можно ли употреблять спортивное питание в 15 лет? Можно, смотря какое спортивное питание, для чего оно вам У нас необходимо. сейчас детки начинают... Витамины, минеральные добавки, добавки для связок.
во время интенсивного роста, как раз в 15 лет, чтобы организму хватало питательных веществ, жирные кислоты, например, все это можно использовать. У нас одна собака и один щенок. А кто на щенок? Я. Вау, вау. Самый непослушный щенок, наверное. Больше видосов. Через день и так делаю уже. Стараюсь. О, надо этому написать Львовичу, чтобы сделал. У нас сейчас детки тренируются очень интенсивно, постоянно. Сейчас старший у нас взялся за тяжелую атлетику. Подожди. Взялся за тяжелую атлетику. И сейчас я прекрасно понимаю, что обычного питания ему не хватает. Он, организм у него растет. И ему необходимо спортивное сейчас питание. Протеин можно. Да, протеин, да, у нас сейчас начинает пить протеин и также витамины. Я хотела сказать о том, что я буду выставлять посты, да, то, что какие именно людям, детям можно принимать витамины, протеины и то, что для роста организма, который не будет совершенно влиять ни на что. Вот. Когда будет видео с вечерней прогулки в Тае? Это о чем? А ты обещал какую-то программу? Не знаю, я сейчас в Кишинев поеду, и я в самолете видео делаю, и как раз что будет. Что интересного, кроме спорта? Ребят, да все интересно. Молчи. Пару часов будет у меня в полете, я сделаю видео про прогулку. Она меня бьет, вы видели? Ну, люди спрашивают, что интересно, кроме спорта. В моей жизни, поверьте, спорт стоит не на первом месте. В моей жизни стоит именно жизнь на первом месте. А какая она, это мы уже сами делаем. А в моей жизни иногда стоит. Я считаю, что для женщины важно и выглядеть хорошо, и чтобы в доме было все порядок, и чтобы дети были счастливы, и самое главное, чтобы муж радовался и жил так, как ему хочется, именно то, что он любит, да, и то, что не забывая о том, что любит жена. Вот это вот общее вот это вот идиллия, я думаю, что это одно из самых главных. Я отжимаю что? Перископ у тебя, забирай. Да? Написали, да. Да, ну, да нет, ну почему? Мы уже ладно, вместе. Я свой выйду потом. Мы уже вместе, я почему потом выйду нет? Свой. Вы снимали видео со Спасом Кукоцким? Да, Дима снимал видео со Спасом Кукоцким недавно здесь, в Москве. И я думаю, что скоро на канале Юрия это видео да выйдет. Да уже вышло, наверное. Да, наверное, вышло. Ну что, нормально? Юрка смешной. По-моему, нормально вообще получилось. Смешной, он конечно. Хейтеров очень. Любит, у него много хейтеров. Хейтеров. Да. У него да. Больше всех хейтеров, он всех любит. Он добрый. На Урал. На Урал мы приедем скоро, на ребята. Урал приедем, и надолго. Да. Вы верите в Бога? Верим? Вот да. Верим да. В у нас. Не надо показывать. Не просто надо показывать. Я внутри, да. Это самое, для меня это, вот это, наверное, самое главное для меня. То, что Вася, как там? А мы что-то давно не слышались. Собаку как сегодня Клокова сказала, все вопросы по поводу Васи пишите к Васе. На Урале будем клубы открывать. Да. И Жанкин старший растет. Растет. Да, и скоро мы как раз нашего старшего ребенка дадим папе на тяжелую атлетику, чтобы он из него делал хорошего спортсмена. А то он обленился в компьютере сидит. Главная мечта мир во всем мире. С Клоковых мы пригласили на передачу «Что едят чемпионы». У нас бывают передачи, да. Я не успел прочитать, на чем я сижу явно. Как мы с Клоковым познакомились... Да я сказал уже. Нет? Ну ладно, рассказывай ты. Я была на передаче «Время обедать». Что там не так? Не надо сравнивать ваши детей. Ваши дети лучше... При нет, нет. Тыркаешь. Подожди, а ты думаешь, что... Ты... Он же, короче, нажал на экран, думал, что мне лайк поставит. А я тебе поставил? Смотри. Нет, это нет, не... ты можешь сам Дима, себе ставить. Смотри. Вот смешно. Вот скажите ты... ей, пожалуйста, напишите ей большими буквами, что можно ставить лайки самому себе. А ты сам себе ставишь? А вот откуда у него столько лайков-то? Нечестно ты, Ешанькин. Я сам поставил и подписался под разными. О, нельзя, говорю. Вот и я говорю, что нельзя. Ого, на кого это я попал? Да, не знаю, на веселый. Куда? Если бы ты написал, куда попал, я бы ответил. А так на кого? Сергей Миронов хороший ли атлет? Хороший атлет. У прекрасный. Него хорошая генетика. Генетика у него хорошая у него фигура, отличная. Да. У него еще блог хороший. Блог хороший, да. Блог. Так, Ешаньки не выдержал напасти. Пошел он работать, да. Да, ребята. А... Поговорите. Да, ладно, хорошо, поговорю. Можно ли кормящей маме или карнитин? Я, честно могу сказать, не советую.
А зачем это нужно? Ребят, давайте вы родителям, родители своим детям будете давать здоровое молоко, да? Если вы хотите похудеть сами, начните с питания, придерживайтесь нормального здорового питания, и когда вы будете кормить грудью, ваш малыш будет получать именно хорошее питание, а когда вы закончите кормить, вы попьете L-карнитин и будете прекрасно выглядеть. Что у Миронова не так? Почему у Миронова не так? У Миронова-то все так. У него все замечательно. Да ничего, видео не смотрели, что ли? Не знаю. Так. Чего предпочитаете, чай или кофе? Я кофе вообще в жизни не пью. Пару раз пыталась, и у меня почему-то организм не воспринимает кофе. В том плане, мне нравится очень запах, но как-то я не могу его пить, мне не нравится. Родители говорят, что спортивное питание в 15 лет пить нельзя. Что им ответить? Ребят, мне кажется, надо... Вот почему я и хочу сделать ролики с детьми, да, как они растут и чем они питаются, для того, чтобы вы смогли своим родителям показать именно то, что другие дети и родители, спортсмены, профессионалы дают. И поверьте, что мы, профессиональные спортсмены, своим детям не дадим то, что им нельзя будет. И я думаю, что потом вы уже сможете своим родителям доказать, наверное, что это. Что нельзя. Это мой, наш младшенький Леха. Всем привет. Это батутист наш, акробатист, акробат-гимнаст. Вот. Профессиональные родители. Ну, вы понимаете, да, профессиональные спортсмены, ну, оговорилось-то хорошо. Ваша семья отдельно живет? От кого? Со Шпаком общаемся, да, Санька, общаемся, списываемся. Постоянно, так что у нас хорошие отношения и замечательные общения и по телефону, и в WhatsApp, и везде. Вот. Какой у меня рост? У меня рост 1,61 м, а вес сегодня был сколько? 46, наверное, 46,5. Как-то 45,5, да. Так. Да, Шпака приглашу обязательно, да, мы сделаем с ним. Общайтесь ли с Пасакокотским? Я не общаюсь с Юрой, потому что, ну, не было возможности, да, как-то, ну, не особо мы тесны в общении были, да, мы и раньше не общались, только виделись на тайских каникулах, вот, а так хочу пригласить его тоже попробовать. Он очень хочет сняться в моей передаче, так что, наверное, я его тоже сниму. Да, как я боялась подойти к Саше, да, есть такое, было такое, и, ну, это первый вот этот, наверное, страх вот этот, не то что страх, а просто непонятный вот это, никогда не видела аватара перед своими глазами, потом увидела, но он потрясающий, замечательный человек, честно, ребят. Спасибо вам большое, да, и вам тоже удачи. Наверное, уже очень поздно, и я вам желаю всех приятных снов. Завтра я постараюсь тоже выйти в Перископ и подготовьте свои вопросы и по тренировкам, и по питанию. Если хотите, я вам буду отвечать на ваши вопросы. Обнимаем вас и целуем. Пока.